Надеюсь, что придет. И вы знаете, каждый раз Валерий Иванович открывает очень такие многогранные таланты. Буквально два дня назад мы узнали, а сегодня это подтвердилось, что вся семья заядлые рыбаки, и что опять же в день города они будут развлекать весь город на первом причале. Поэтому тоже песенка неспроста была придумана. В общем, все сегодня очень непросто. И, Валерий Иванович, потому что вот семья вообще у вас, наверное, редко так собирается всем составом. И я надеюсь, я сегодня еще не просто пришла на ваш юбилей, хочу договориться, чтобы ваши сыновья пели в день города вечером. Да? Будем договариваться. Поэтому, дорогие друзья, давайте поаплодируем замечательному артисту, замечательному человеку, неординарному, талантливому и всей большой семье Кукамон. Начальник городского отдела культуры Светлана Анатольевна Байла. Спасибо. Уважаемые друзья, я хочу. Вот еще внук, пожалуйста. Иди сюда. Как тебя зовут? Меня зовут Кирюша. Молодец, Кирюша. Он осваивает музыкальные инструменты, придет время, и мы обязательно вам его покажем. Он еще выступит. Уже, друзья, я приглашаю на сцену замечательный коллектив, который мы дружим, сотрудничаем, и не только в нашем городе, и за рубежом. И вот буквально недавно мы выступали трижды в Одессе, а буквально через 25 дней мы уезжаем в замечательный город Усть-Шегидольный, Санок, это Подкарпатское воеводство, в Польшу на фестиваль «Стрелч. Черное море». Итак, я приглашаю на сцену маму и дочь Молодецких. Добрый вечер, уважаемая публика. Валерий Иванович, очень приятно, я думаю, всем, кто здесь находится, присутствовать на вашем празднике. Потому что родные, близкие, друзья, гости пришли, потому что они относятся к вам не просто как к человеку, а как к другу. Мы все уважаем семью Валерия Ивановича. Мы дружим больше 20 лет. Виолеточка выросла под тонким руководством Валерия Ивановича, полюбила песню. И сегодня она тоже продолжает сотрудничать с Валерием Ивановичем. Валерий Иванович, от всего это нашего большое вам спасибо. Я думаю, каждый коллектив, который здесь находится, и руководители, я думаю, что каждый сможет поблагодарить Валерия Ивановича за тот шанс, за то доброе отношение, за ту человечность, которую он всегда проявлял к талантливым людям. Потому что, Валерий Иванович, вы счастливый человек, вы талантливый человек. И сейчас эти аплодисменты подтвердят это. Громкие аплодисменты. И пусть эта икона всегда оберегает лично вас и вашу семью. И, конечно же, горько-сладкий сувенирчик. Пожалуйста, Вера Ильина. Ну и, конечно же, от нашего великолепного Центра культуры и досуга, потому что это наш родной тоже дом, Валерий Иванович. Я думаю, он не ваш родной дом. И лично от нас, от меня, Натальи Молодецкой и Виолетты Молодецкой, творческий подарок от Народного молодежного театра эстрады «Силуэт». Валерий Иванович, для вас, для вашей семьи и для всех присутствующих в зале.